Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня долгожданная тренировочка. Я у мамы в гостях, и у нее она так ждала моего ребю, и так все расстелила, своего внука, моего ребю, да? Она ждала своего внука любимого. Расстелила здесь все так красиво. Я думаю, ой, какой красивый фон для того, чтобы снять вам мои упражнения, которые вы уже давно просите. В основном упражнения у меня на пресс и на попу. Я покажу сейчас просто комплекс быстро, что я делаю. Так я делаю 2 раза в день, каждый день. То есть ни по 3 подхода, ничего, да. Просто вот так легла на пол и встала только когда уже все сделала. В принципе, для того, чтобы присесть. Делаю я все упражнения, начинаю их делать до того момента, то есть начинаю и заканчиваю тогда, когда я чувствую, что прессик у меня жжет, да, там попа, например, уже жжет, печет, ну, как бы мышцы, да, в тонусе такие. То есть делаю в комфортном ритме. Секрет в том, чтобы не переусердствовать, чтобы вы не думали перед тем, как начать упражнение, чтобы вы не думали, что вам нужно сейчас, ой, сделать тяжело. Мой секрет в том, что я сажусь и делаю, 10 раз делаю, 20 раз сделаю и все там, да, ну кто сколько может там, кто-то 5, да, сейчас я просто лягу, 5 раз сделаю. И когда вы ложитесь, начинаете делать эти 5 раз, вас уже потом не остановить. Поэтому поехали. Как говорится, главное начать.
Вот такой вот комплекс упражнений, мои дорогие. Все варьируется от моего настроения. Сейчас сделала по минимуму, чтобы не загружать эфир, чтобы вы поняли суть. И все, дальше я бегу заниматься своими делами. Ну и, соответственно, правильное питание – это очень важно. Вообще считаю, что правильное питание и спорт хотя бы вот так вот дома – это обязательно. Я бы не достигла тех результатов, которые я достигла с помощью вот диеты, да, от Леовид, если бы я не занималась. Все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Я желаю вам быть красивыми, стройными, спортивными, здоровыми. И люблю вас. Поставьте лайки, подписывайтесь. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока.